Всем привет, друзья! С вами как Здоровзи и добро пожаловать на новую серию «Растения против зомби 2». И я напомню, что мы уже проходим 9-ю главу парк юрского периода, где против нас сражаются первобытные зомби. А еще вы писали в комментариях, что Робзи — это пипец какая сложная глава. Поэтому, друзья, у меня просьба: поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал, если вы не подписаны, нажмите на колокольчик и оставляйте советы в комментариях, потому что сейчас моя главная мотивация — это ваша поддержка. Итак, смотрите, у нас сейчас 9 уровень, у нас снова появился Дэйв, и он говорит: Бенни, я вспомнил кое-что ужасное, мы все еще не нашли наше тако. Это так, мы реально же ищем сейчас тако Дэйва. Пользователь Дэйв, сейчас есть вещи пострашнее, например, приближающая стая птеродактилей. Птеродактилей? Да это просто претрострофа. Что? Какие еще птеродактили? Используйте растения, выбранные за вас. Ага, еще и растения мы должны сейчас использовать, те, которые не я хочу. Окей. Давай. И что это будет? У нас сегодня... А почему грибы? В смысле грибы? Стой. Так, у нас есть первобытный горохострел. У нас есть стена орех первобытный. У нас есть растение, которое приручает динозавров, которые нам будут мешать. И против нас манюсенькие зомбики, ребята. Надеюсь, что так и будет. У нас, кстати, три жесткие волны. Я вижу это по флажкам. Так, подожди, мне нужно что-то интересное. Так, первобытный горохострел обязательно ставим. Он уже пошел. Пошел, говорю. Нифига, он его оттолкнул сразу. Так. Нам нужно очень много вот этих. Отлично, они все идут по одной линии. Значит, за это время, пока они идут по одной линии, мы можем, в принципе, хорошенечко наставить вот этих грибочков, чтобы нам не мешали. Кстати, здесь неудобно ставить две линии грибы. Почему? Потому что выйдут потом динозавры и начнут пихать моих зомбиков. Кстати, мне нужно как можно скорее наставить еще один первобытный горохострел, потому что вот эту линию я не знаю, как дефать, ребята. Так, нормально, 150, блин, еще 25 грибов. Грибочки, грибочки, пожалуйста, дайте солнышко, зомби-то подходит, ребята. Так, подожди, срочно. Можно было, конечно, стена орехом задефаться, но я думаю, что оттолкнет. Хорошо, нет, грибочек не ешь гриб. Ты гадина, он сожрал грибочек, вот паскудник. Так, подожди, это реально птеродактили? Подожди, а я могу приручать их? Стой, мне нужно чем-то научиться их приручать. А, нам нужно еще что-то. Во, полетел. А, он приносит... А что он сделал? Подожди. Он просто перенёс... Вы это видели? Он просто... Подожди, здесь нужно тележку вязать, иначе я не успею здесь отдефаться. Он просто перенес птеродактиля прямо под мои растения. Вы что, офигели, эй? Мы так с вами не договаривались. Так, подожди. Здесь нужно ставить явно стену орех. Здесь нужно поставить еще один грибочек. Так, с этим разобрались. А, динозавра! Динозавра приручить! Давай, хорош! Пошел! Пихай их! Да. Вот главное — успеть динозавра. Подожди, а мы можем приручить птеродактиля? Если мы сможем приручить птеродактиля, возможно, он будет уносить зомбиков. Так, подожди. Он опять несет. Ребята, нужно бафаться, иначе он здесь сожрет все. Пошел в баню отсюда! Вытолкай. Так, вытолкай его. Еще. Так, этого мы приручили. Еще птеродактиль. Блин, нам нужно срочно еще. Подожди, он сейчас донесет. Так, пошел в баню отсюда. Хватит носить мне вот эти вот гадину. Так. Жрите. Еще один птеродактиль. Блин, я уже потратил... А, кого лучше? Подожди, здесь тележка. Пошел в баню от моих растений. Да блин, как дефаться от птеродактилей? А, подожди, у меня есть идея. Так, здесь поставим минку. Он пошел в другую сторону. А почему? Он жрет мои грибы, с другой стороны начинает. Так, а здесь у меня вообще телеги даже нету, ребята. А, стой, подожди. Если вот, приручить. Да, я приручил его. Смотри, у меня получилось приручить птеродактиля. Отлично, ребята, все окей. А, еще один горохострел. А у меня больше нет возможности. Он просто так пролетел, не схватил зомби. Ребятушки, пожалуйста, этот... А, он их уносит! Смотри, этот птеродактиль начал носить их в обратную сторону. Нужно еще парочку приручить. Нужно срочно еще парочку. Блин. Вот это плохо, что он сюда его отнес. Пошел нафиг отсюда. Так, мы уже прошли несколько волн. Кстати, внизу у нас здесь проблемка небольшая. Давайте поставим вот здесь эту штуку. Если полетит птеродактиль... Так, стой. Приручить его!
Так, он унес зомби. Он унес зомби, хорошо. У этого зомби унес. Тут у меня есть тележка. Нормально, нормально сражаемся. Этого зомби он просто выбросил где-то подальше. Так, этот пошел кахавать мои грибы. Так, этот летит. Этот летит сюда. Блин. Что мне нужно? Мне нужно... Давай, давай, выталкивай, говорю его. Так, этот зомби тоже донес. Ладно, эти линии мы задефаем. Это, по идее, последняя волна. А вот тут плохо, ребят. А вот тут плохо, потому что он их сюда переносит. Вы можете их унести? Ребята, ребята, пожалуйста. Вот, приручить его надо. Все, я его приручил. Так, по этой линии у нас не пройдет. Вот здесь у нас будет сейчас КГ. ГГ будет, если мы сейчас сами здесь не задефаемся. Так, подожди. Хорошо, хорошо. Этого унес, этого унес. Остался последний. Мы справились? Я потратил 3000 золота, но прошел этот дурацкий уровень. Я его ненавижу, ребята. Я этих птеродактилей просто ненавижу. Кстати, ребят, еще один момент. В этой серии я хочу дойти до 16 уровня, потому что здесь у нас черепочек. А черепочек у нас означает что? Правильно, босяра, который будет нам... либо мы его развалим, либо мы ему проиграем. Ладно, здесь одно из двух. Так, так, есть птеродактиль, есть... Здесь все трое динозавров. Да вы что, издеваетесь? Вы что, гоните? Кстати, у меня же первобытный грохострел. По идее, прокачался, если... Да, ребята, все, делаем улучшение. Так, у него прочность, урон на... Урона что-то маловасенько, кстати, повысилось ему. Вот здесь, подожди, постой, стенариях. Так, подожди, что мы можем сделать? Отталкивай, хорошо, отталкивай. Блин, еще покупаем, потому что вот этот жесткий пришел, пошел в баню отсюда, Как с ними работать? Так, смотри, здесь у нас динозавр. Во, мы сейчас зачаровали... Я же зачаровал его! Кого можно? Во, воскрешаем. Хорошо. Тележка. Уедь, не дай подсолнух. Подсолнух не сожрали. Динозавр не ушел. Я, короче, накособочил. Мама, не горюй. Но по идее мы отбились. То есть у нас все хорошо. Этот у нас зачарован. Эти уже дальше не идут. Этого можно поставить вот сюда. Здесь можно лаву гуаву, они взорвутся, и мы победили. Фух! Но я опять же потратил золото на эти листочки. По-другому я бы и не прошел, ребята, серьезно. Так, надеюсь, это был финальный. Да, это была финалочка. Так, давай, все, съешь эту штучку и погибай уже. Хватит я здесь. Лава гуава спалила, все, он поджегся. Мы собрали подсолнухи, 875. Что-то мы делали с вами явно не так. Что-то мы с вами не те растения набрали. Это просто какой-то нереальный уровень, поэтому я беру раздвоенный горох. Здесь мне он 100% нужен. Я не знаю, что делать без него. Короче, ребят, золотой раздвоенный горох. Я думаю, что с помощью него я смогу справиться. Я уверен, что с помощью него по-любому я справлюсь. Итак, начинаем с подсолнухов. Как всегда, как обычно, с подсолнушков. Постараюсь сейчас не тратить золото. Вот эти подсолнухи стоят довольно-таки дорого. Вот эти вот, точнее, не подсолнухи, а вот эти вот горохи. Поэтому вот этого чубзика мы пока что не трогаем. Мы его не трогаем до тех пор, пока он не дойдет слишком близко. А вот теперь фигачим. Мы его. Итак, они идут еще по нескольким линиям. Перезарядка довольно-таки большая. Быстрая там у нас перезарядка. Поэтому подсолнухи сейчас выставляем. Нам нужно как можно быстрее. Кстати, я знаю, что будет у нас в дальнейшем первобытный подсолнух, ребята. Первобытный подсолнух, который, по идее, должен нам все засейвить. Так, давай вот здесь первобытный горохострел. Здесь что мы поставим? Первобытный вот этот вот. Так, хорошо. Нам нужно еще, короче, один подсолнушек поставить, и будет у нас все хорошо. Так, давайте вот сюда первобытного поставим. Хорошо. И нам нужно еще, сколько там, 50 солнца. Все, ряд подсолнуха готов. Через быстренько нужно 175 и попытаться выставить ряд этих. Эти будут у нас просто на съедение. Реально, это будет у нас просто съедение. Вот этого вот сюда. Мы задефаемся вообще сейчас или нет? Подожди, нет, я дрейфа подальше пытаюсь задефаться вот так. По этой линии тоже нам придется, ребята, все-таки сейчас поставить его временно. Вот так вот, да, мы смогли задефаться. Здесь первобытные горохострелы. Теперь мы должны насобирать 150... Так, тихо, 150, солнышко, быстро. Нам нужно задобрить хотя бы одного птеродактиля. Они еще не летят, они сейчас полетят, ребята, Солнышки, где? Птеродактиля задобрили. Все, этого задобрили. А вот этого не задобрили, ребята. Этого мы с вами не задобрили. Но у нас вот этот полетел. Сейчас кого-то унесет к чертовой бабушке. Так, ты будешь уносить? Так, этот полетел. Схватил кого-то. Хорошо, что ты схватил. Давай, дружище. Хорошо, этого вынесли. У нас есть много солнца. Мы поставим вот сюда. В спину сейчас их просто снесем. Половину зомбиков. Они продолжают спину
убить. Подожди, вот этого мы сейчас... Хорошо, хорошо, разобрали, ребята. А как он вверху появился? Подожди, стоп. Как ты, какого черта ты вверху здесь появился? Я не понял. Когда он успел? Он сейчас сожрет мне целую линию. Реально чуть не сожрал. Так, этот полетел сюда. Стой, зачаровать его. Хорошо, зачаровали. Блин, я сюда пока не могу ничего поставить. Он, надеюсь, унесет. Нет, он никого не унес. Так, давай, вот это вот сносим. Первобытный ставим сюда. Здесь, наверное, еще один ряд первобытных должны выставлять. Так, у нас с вами есть деньги. Я что-то поставил опять еще там, я не понял, что я... Но я, короче, что-то поставил, ребята, я должен пройти. Последняя волна. Так, давай, вот этих вот мы, короче, прямо сейчас взрываем. Кстати, а почему я раньше их не бомбил прямо на старте, пока их не начали носить, ребята? Это же гениальная идея. Чтобы не дать носить мне вот этих, надо было на старте просто их сразу мутузить. Почему я сразу не делал, я не знаю. Потеряйте не более 6 растений. Да? Короче, я не знаю, взял лазерные бобы, взял линзовик золотой и попытаюсь этим выиграть. Ароматный гриб будет считаться за потерю. Понимаете, ароматный гриб будет считаться за потерю. Ладно, мы его используем в крайнем случае, да. В крайнем случае, в совсем крайнем случае. Ладно, поехали, это будет очень сложно. Я сразу говорю, это будет сейчас, наверное, самый сложный уровень, который я когда-либо проходил. Мне нужно будет по-любому потратить деньги. Почему? Потому что у нас будет линзовик за 50, и он требует у нас, как вы понимаете, солнышко, ребята. Но это хорошо. Это хорошо. Так, пошел первый зомби. Первобытный горохострел у меня, в принципе, есть. И я могу уже начать его здесь использовать, да? И попутно выставлять подсолнухи. Так, у нас есть 50. 50 всегда нужно хранить. На золотой линзовик. Почему мы должны хранить? Да потому что, ребята, золотой линзовик, ребята, рулит. Давайте первобытного вот сюда. Я пока пожертвую этим 6 растений. Пока что ни одного растения мне не затоптали, не задавили. Так, быстренько подсолнухи. Эти линии задефаны. 3 подсолнуха стоит, 2 этих горохострела. Есть они, кстати, у меня второго уровня. Я их же прокачал, если бы не аж... А может быть не прокачал, я не помню. Вроде прокачал. Так, можно даже ускорить. Можно даже ускорить. Пока тут... Опачки, ребята. Опа, полетели. Полетели. Нет, я ускорять не буду. Так, если я поставлю что-то, то есть это будет потеря, да? Это будет потеря-потерь, да? Правильно я считаю? Так, с этими разобрались. Этот полетел, никого не нашел. Вот смотрите, видали? Сразу линзовик фигачим. Вот, и сносим часть, Так, смотри, а теперь мы должны стрелять линзовиком, хорошо. А как иначе, ребята, по-другому-то никак. Так, смотри, здесь у нас пошло дело. Нужно последний подсолнух поставить. Если что, будем бафать подсолнухи на солнце или линзовиками, просто брать и, допустим, вот так вот, смотрите, пуньк, и там почти зомбика вынесли. Так, внизу нужно первобытный, я не знаю, второй вот здесь поставить. Подсолнух. Так, линзовик, смотри. Солнца-то нету, ребят. Солнышко-то нету. Так, хорошо. Так, линзовик срочно вот здесь, потому что там... Там жесткая жесть идет, ребят. Так, давай. Хорошо, снесли. Оттолкни. Так, линзовик вот здесь. Так, ребят, срочно... Вот эту линию нужно отодвигать, ребята. Отодвигать. Так, давайте по два горохострела. Что у нас? Золото пока есть. Держимся, ребята. Уровень пипец какой сложный. Я не могу терять растения причем, понимаете? Не могу. Так, линзовик бафаем. Он жжет прям не по-детски. Так, еще горохострел двойной. Так, еще линзовик срочно. Так, мы, в принципе, наш запас линзовиков использовали. Теперь будем, если что, короче, целиться и стараться стрелять. Так, все, остальное мы бафаем сюда. Пошел Гаргантюа, кстати. Кстати, Гаргантюа сразу, ребята, нужно тушить. Тушить любым способом, чтобы ему не дали вообще вылезти. Линзовиками подстреливаем. Собираем. И ставим первобытный. Так, хорошо, с Гаргантюа там раз... А, нет, мы с Гаргантюа не разобрались. А я думал, что мы его уже победили. Ладно, хорошо. Так, первобытный горохострел. Давайте, помогаем линзовиком. Линзовиком, ребята, обязательно помогать. Так. Все окей, мы их держим там на дистанции. Они подойти пока что к нему. Нужно по нижней линии срочно первобытного поставить. Можно мне, пожалуйста, подсолнухов. Так, давай, хорошо. Линзовик даже стрельнет разочек. Так, этих разобрали. Первобытные. Остались вот эти гаргантюа, но они не могут даже выйти оттуда, вы понимаете? Ребята, тактика, вы понимаете? Тактика сработала. Ну, не только тактика, еще и... Так, тихо, ни одного растения не потерял. Ни одного растения я не потерял, вы понимаете? Посмотрите на мою защиту. Вот эти гаргантюа стоят там, чилят.
Давайте мы с линзовиков, наверное, все-таки их добьем сейчас. Так, смотри, нам не нужна вот это вот, извини, зомби. Вот это линзовик просто засейвил. Так, они почти сдохли. Они почти сдохли, ребята. У нас... Я хочу, вот, мы... Так, блин, ладно, 6 растений. Я поставил нечаянно лаву гуау. Так, давайте, ладно, линзовики, добивайте уже их. Все, 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 все. Прошли, не потеряв ни одного растения, вы понимаете? А вы говорите, Робзи, ну, Робзи профессионал в этой игре, ребята. Ни одного растения не потеряли. Ну, правда, золотой линзовик помог. Защитить растение. Защитить растение любой ценой. Смотрите, у меня есть гениальная идея. Вместо вот этого взять вишню, у нас есть лава гуава, вишня и превращение. Правильно? Правильно. Все, поехали. Все, смотрите. Я предвещаю, что это будет очень сложный уровень, и мне нужно сразу бафать несколько этих. Сразу два. Для чего? Для того, чтобы мы с вами не проиграли. А это можно сделать очень легко. Я серьезно говорю. Вот я вангую, что здесь проиграть прям изи. Сразу бафаем разочек для этого. Сразу бафаем второй разочек. Потому что, ну, вариантов здесь немного, ребят. Вариантов немного. Первобытный горохострел. Сразу ставим вот это. Дальше. Шипострел. Дальше. Дальше мы покупаем еще один цветочек. Потому что если мы сейчас их не купим, нам потом... Ой, как плохо, ребята, будет. Сразу мы превращаем этого дракошечка в своего друга. И заставляем всю остальную карту подсолнухами. Правильно? Правильно. Пока у нас подсолнухи перезаряжаются, мы ставим еще один шипострел, чтобы дефаться от маленьких гадиков. От маленьких гадиков. Дальше до подсолнухи работаем. Все, 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 все. У нас пока что все отлично. Пока что все отлично. Есть вишневая бомба на всякий пожарный. Так, есть у нас еще один подсолнух. Хорошо, так, а нам бы превратить зомбика одного. Ой, то есть динозавра, динозавр. Не успел толкнуть. А-а-а, гадина, не успел. Ты будешь моим другом. Ты будешь моим другом. Стой, стой, стой. Да не толкай его! Вот гадина, все равно толкнула. Толкнула, толкнула, разобрались. Все, здесь у нас есть мои ребята. Мои ребята работают. Первобытный горохострел. Верхнюю линию дефаем. Смотри, смотри, все отлично. Все отлично. Эти даже не погрызли. Эти даже не погрызли. По нижней линии первобытного поставили. Сверху есть первобытный, здесь есть первобытный. Нужно еще быстренько два поставить первобытных. Для чего? Для того, чтобы... Короче, вы понимаете, для чего. Все. И дальше будем, короче, офигачить шипострелы. И смотреть уже по ситуации, чтобы взорвать там кого-то или не взорвать. Сразу бафаем еще один подсолнух. Вот это проблема. Юзаем телегу. Юзаем телегу, потому что вот так у нас. Забираем себе этого, потому что у нее что-то он расслабился, гадина. Так, по этой линии идут. По этой линии идут, да? Берем еще один шипострел. Шипострел, у нас есть 175. Шипомет, короче, чертополох. Ну, короче, вы прекрасно поняли, про что я имел в виду. Так, что у нас? У нас последняя жесткая волна, сейчас пойдет вот этот гаргантюашечка, правильно? Сразу, сразу, смотри, идет гаргантюа. Сразу мы делаем вот такой щебум. Щебум делаем. Там, ну, знаете, да, такой щебум. Щебум это, короче, взорвали. Лаву гуаву сразу делаем. Щебум. Она там спалила чертовой бабушке все, что можно было спалить. Вместе с гаргантюа. И я говорю сразу, ребята, уровень пройден. Просто уровень пройден без единой потери. Гаргантюа сгорит, он потому что сейчас по лаве идет, если вы понимаете, о чем я говорю. И еще один чертополошек. Все, ускоряем. Гаргантюа здесь мне не помеха. Его там запинают. Все, 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 ребята. Это что такое? Это метеор... А, мы же с вами парк юрского периода. Это метеорит, ребята. Это реально метеорит. Пенни, гляди, не как от звезды какой-нибудь откололось. Метеорит, любопытно. По моим сведениям, он должен быть гораздо больше. Насколько больше? Размером с супер буррито? Скорее, с супер сиэтл. Надеюсь, мы не искажаем историю. Вот мы с вами и дошли ровно до середины 9 главы. 16 уровень. Я уверен, что сейчас появится зомбас. День 16. Отразите массовую атаку зомби в болоте юрского периода, пройдите уровень без газонокосилок. Да, вы еще без газонокосилок. И здесь гаргантюа, и здесь все динозавры. И растения не я выбираю. Как же золотой мой че... Боже мой, как же мой золотой огнестрел, ребята. Я думал, я с ним пройду. Ладно, ну, как говорится, без него так без него. Пофиг, ребят. Так, сразу ставим. Можно даже, наверное, ускорить, в принципе. А вот этих ребятушек куда мы должны поставить? Наверное, где-то вот сюда. Да, если что. А вот сюда мы, короче, будем дефать. Все. Какие линии у нас еще не задефанные? Вот сюда. Там, где у нас уже стоят ребята, мы пока не ставим. Там, где у нас стоят, тогда мы не ставим. Там ставим, там не ставим. Короче, вот здесь уже жрет, поэтому уже ставим сюда. Вот здесь тоже жрет, поэтому вот сюда. И нужно еще на эту линию. Кстати, смотри, они же будут жрать, а мы можем в спину, да.
Гениальная тактика, ребята, гениально. Я же говорю, что я иногда, мне кажется, что я гений. Согласитесь, что я гений этой игры. Так, давай, давай, еще, еще один стенарешек наш. Кстати, по этой линии у нас проблемка некоторая возникает, мягко говоря. Почему? А, кстати, во-во-во, сейчас спину надубасит. Так, здесь пропал. А можно мне, во, кстати, вот это мне, пожалуйста. Хорошо, двоих сразу, ребята, я двоих сразу превратил в своих друзей. Там у нас был и летчик-истребитель, и не только. Так, вот этого оттолкнуть отсюда, хотя, блин, там бы и сам справился, ну да ладно. Так, это стена орех мы пока не трогаем, он нам пригодится, я думаю. Дальше мы ставим вот сюда. Во-во-во-во-во-во-во. Почему? Потому что там жесткая линия пошла. А, жесткая линия пошла. Так, хорошо, давай, ставь, ставь, ставь. Начинай дубасить. Хорошо, хорошо, откинулись, откинулись, откинулись. Так, отбились, отбились. А, кого? Ты будешь за меня. Ты будешь за меня, потому что там идет гадский, большой, нехороший. Вот этот вот. Мне кажется, вот тут проблемка. Так, давай, 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 давай. Этого опять занесли сюда. Ребята, нужно бафать. Блин, он сожрал, понимаете? Он все равно сожрал растения. Пошел нафиг отсюда. Так, вот здесь два вот этих вот стреломета должно. Так, пошел. Он будет драться, ребята. Динозавр против этого. А, не получится, потому что они пинают его постоянно. Так. Вот здесь у нас проблемка намечается. Давай заряжать. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, смотри, вот он уже здесь. Он уже. Так, пихайте, пихайте, пихайте. Так, вот этого пацана. Так, он сожрет все-таки, да? Сожрет. Так, давай. Хорошо. Выталкивай, выталкивает всех. Три динозавра сейчас работает за меня. Три динозавра работает сейчас в мою пользу. Здесь у нас есть лук парей, лук не парей, лук барей. Так, все, 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 оттолкнули. А, кого нужно в мою сторону? Вот этого динозавра на мою сторону. Пошел нафиг. Так, эти там есть динозавр за меня, а есть против меня. Смотрите, на одном ряду. Этот не может пройти. Этот гаргантюа реально там застрял. Чувачку реально плохо. Капец, по всем линиям динозавры. Вы что, издеваетесь? Можно их вообще нафиг убрать, пожалуйста? Я прошу вас, не надо, не надо, не надо, не надо. Не надо! Не надо перебрасывать ко мне! Я говорю, не надо перебрасывать. Так, убежали, убежали. Вот этот летчик. Подожди, вот сюда, давай. Хорошо, что делать? Ребята, что... А, вот что делать. Вот сюда. Давай. Тра-т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 а. Так, там разместили. Разместили. Что мы делаем? Мы можем заменить, получается, кого сожрут. Блин, гаргантюа пошел. Пошел гаргантюа. А что делать-то, ребят? Это еще не последняя волна. Вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? А как мне пройти этот уровень? Это вообще невозможно. Мне нужно вот это. Он сейчас несет мне здесь... можно на мою сторону, пожалуйста. Так, он еще и мелкого кинул сюда. Грызи картошку. Он уничтожает, он же все уничтожает на своем пути. Чем мне дефаться твою налево? Жри! У меня там нету чем дефаться. Дайте мне что-то. Так, о, срочно, срочно. Хорошо, 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 ребята. Я думал, что все. Я думал, что все потеряно. Отталкивай, пожалуйста, оттолкни его подальше. Оттолкни его подальше. Так. Мне нужно кого... Это я на потом. Это я на потом. Так, гаргантюа пытается пройти. Пытается пройти. Хорошо, этого выпихнули. Этого выпихнули. Мы ставим спину. Давай, давай, работай, спину, гаргантюа. Фигач, фигач, фигач. Работай, 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 работай. Гаргантюа не бьет, не бьет, не бьет. Давайте, ребята, работают? Работают. Они пытаются. А этот бьет спину. Этот бьет спину. Смотри, 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 смотри. Ребята, заряжаем вот эту пульку. И сейчас. Бу! Минус один гаргантюа. Так, он забросил пацана. Пипец, я думал, что я проиграю этот уровень. Но нет, я справился. Я справился, ребята. Все, все, все. Ну здесь 100%. Этого добьют. Этого уже добьют. Здесь, как говорится, не миновать. Потери, потери, гаргантюа не бьет. Этот слабо бьет горохострел, но он уже не выпустит. Он просто его туда за карту выпихнул просто нафиг, и все. Все, победили. Фух, это просто пипец, 16 уровень, вы что издеваетесь? Ре, я, все, я заканчиваю эту серию, я и так ее записываю очень долго, ребят. Давайте, увидимся в следующей серии. Я постараюсь получить как можно больше, пройти как можно дальше. Ну а с вас лайк, подписка и колокольчик. Всем удачи, покедова.